И... Зеральд, спасибо большое за твои нарезки. Спасибо всем нарезчикам, кто нарезает мои стримы. Я вижу ваш упорный труд. Спасибо вам огромное за это. И... Зеральд, я вижу тебя часто, и спасибо, что приходишь и трудишься над моими нарезками. Поэтому всем огромное спасибо. Я всех очень люблю и... Будет борьба за мой носок. Я, кстати, даже не знаю, делать мне обычный розыгрыш или делать какой-то прям такой. Чтобы это был не на рандом. Но это подумать еще на самом деле, как я буду это все проводить. С учетом того, что... Пока это будет отправляться, я думаю, он стухнет. Поэтому я надо еще подумать, как это будет все правильно сделать. Не борьба, а война. Может быть. Может быть. Но посмотрим. Так, ладно. Возможно. Я придумала кое-что. Что не будет не совсем жаркой, но будет с другой стороны круче. Потому что если прям вот жарить, то мы подпалимся. Мы прям хорошенько так подпалимся. И это будет просто да. Вот просто пожалейте менеджера, который будет пересылать. И... Этот стухлый носок. И так что, скорее всего, я отправлю один такой носок, а второй с рецептом от меня. Может быть, я подумаю еще, как это все сделать. Я еще не придумала. Это мелочи жизни. Понимаете? Это мелочи жизни. Так что мы посмотрим какой-нибудь умопомрачительный рецепт с носком и сделаем блюдо с носком. Так что... Вот так вот. Это будет круто, поэтому вот. И мой большой микрофон закрывает мне лицо от экрана. Оно прямо у моего лица, этот большой микрофон. Так что да. Я думаю, мы начнем. Посмотрите, какие милые тут девочки анимешные. Поэтому да. Окей. Надо под... Я буду тут так прыгать. И... Модеры, если что, не баньте за звездочки. Я запрещаю вам банить за звездочки, потому что я хочу хаоса в своем чатике. Хотя бы в то время, пока я играю, я хочу больше звездочек. И я думаю, я сделала музыку чуть погромче, потому что даже я ее не слышала. О, какая красивая заставочка. Окей. И, кстати, что? Я видела в чате, что ты хочешь ошейник. Хочешь ошейник от меня? А что? А ты шалун. Так, давайте тогда следующую песню выберем. Я надеюсь, что да. F-стрим, не, ладно, окей. Мини-фриз вроде закончились. Поэтому давайте пока продолжим. Пока есть такая возможность. Так. Окей. Сейчас норм, ладно, отлично. Лаги из-за ЗВЗД. Даже браузер виснет. Мне нужно больше. Звезды призывают лаги. Ник, вот 25 рублей, спасибо большое за донат. Но мне кажется, это не звезды. Мне кажется, вы просто все хотите свалить на звезды. Мне недостаточно звезд. Мне нужно больше звезд. Я не боюсь никаких лагов, когда вы рядом со мной.
Так что... Дайте мне больше, я ведь не насытная. Сестрица Реза, 100 рублей, спасибо большое за донат. Пожалуйста, точка, 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 спасите, точка, 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 звезды, точка, 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 звезды везде, точка, 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 пощади Иви. Мне кажется, у всех после этого стрима начнется звездилепсия. Да. Спектр, 200 рублей, стрим у чату, рано эхать. Окей, оно вроде пошло. Оно вроде как пошло. Давайте продолжаем. Ваш любимый смайл? А я... Так, ладно, давайте мы продолжим, потому что вроде меня видно. Как я вижу. Быстрее продолжим, так что у меня есть еще по песне. Это было... Надеюсь, нету. Это хочу. А, так, а, господи. А, Спектр, 100 рублей. Звезд мало что-то, ребята, поднажмите 100 рублей. Спасибо большое за донат. А, да, господи. Там был еще один. Интернет. Интернет, дебаг. Так, вроде зеленая. Вроде восстановилась. И, кстати, чат, у меня к вам вопрос. Пока вы меня слышите и видите, то... Если бы была возможность, в каком жанре аниме вы бы хотели оказаться со мной? А тем временем у нас снова начались лаги! О, боже, о, боже, о, боже... Там еще другой донат, да, я слышала, мне его надо найти, а у меня интернет того... Я думаю, я сейчас запущу еще одну песню, пока зеленый и. Прочту донат после этой песни. Какая-то короткая. Чатик, а давайте так. В этот раз вместо звезд я хочу, чтобы вы соседнему человеку написали комплимент. Как он прекрасен. Ведь каждый человек прекрасен. Пока я зажигаю для вас, я хочу, чтобы вы поговорили друг другу комплименты. Потому что я хочу, чтобы мое комьюнити было уютным, ламповым и дружелюбным. Поэтому да. Ньюзрадио. А что, о чем он отличается? Док, 25 рублей, спасибо станут. Большое за донат. У меня трансляция лагает, спасибо. У меня иногда стрим надо. Так, а прошлый донат, который я посмотрела. Сейчас оно прогрузит. Не звони, будильник, иди. А... Люля кебаб. На самом деле, у меня старток. 25 рублей, снова я, привет. Снова привет. Так. Всё просто. Да, прочитала. И, да, не повторяйтесь, чат. Я хочу посмотреть, сколько вы знаете хвалебных слов друг о друге. Главное, не повторяйтесь, окей? Так. Вот это по-нашему. Вот это, я понимаю. Не повторяемся, чат. Так что... Ready, go!
Блин, я снова приходится бить динозаврик, не хочу. Почему я бить динозаврик? Это какой-то гачим очень начался, вы не заметили? Дельфинчик? Что это? Айла. Ой, господи. Чат. А теперь... Элементов я даже не сразу тебя заметила. И знаете что, чат? А теперь скажу... Комплименты вам я. Чат. У вас прекрасная, упругая и сексуальная задница. Твои булочки просто упругие, как пудинг. И так же нежны. У тебя прям... Вах, Вася! Какой зад. Big sexy ass. Oh, shit, I'm sorry! Ты прекрасен. Так бы тебя я отшлёпала. По этой прекрасной сексуальной заднице. Так, ну что ж, я думаю, мы пока продолжим. А теперь... Тетик, а вы хотели бы, что я вас отшлепала? А? Вы хотите быть наказанными мной? С ошейником на вашей нежной... Нежной шейке, из-за которого потом останутся следы и придется объясняться на работе. Со связанными руками вытерпеть всю ношу наказания и таких... Да, прибудет святая инквизиция. Да падут звезды с неба на наши головы до жопы. Да. Нико, 25 рублей, спасибо большое за донат. Какие вы маленькие извращенцы. Или мне стоит называть вас большими извращенцами? Непослушными мальчиками, которых стоит наказать. Не правда ли? Капитан, попутный ветер. Время отплывать, кукухой. No, I'm horny. 25 рублей. Спасибо еще за донат. Кукуха уплыла уж давно. Ну что ж. А теперь...
Я хочу послушать от вас, какое бы наказание вы хотели получить от меня, пока я буду играть следующую игру. Хорошо, чатики? Чатик. Ну что ж, я пока выберу следующую. Level up! Так. О, хочу вот эту. О, подожди, а? Давно этого добиваюсь. Я что, настолько послушный, что не заслуживаю наказания? Что Нику... мне сделать? Нику 25, ну... Надо посмотреть. Надо заглянуть в мой блокнотик, где я записываю все ваши... косички. Ладно. Ну что ж, я начинаю.